Всем привет, ребята, с вами Владукс, а это новый крутой ролик по игре Rush Wars. И в этом ролике мы с вами сегодня создадим новый клан, и я вам покажу свою новую базу. Ну что ж, погнали! Как вы уже могли понять, сегодня я создам клан, и давайте перед этим мы с вами пооткрываем сундучки. И самое главное, это, естественно, название клана. Как же я решил его назвать? В общем, сегодня в Бравл Старсе вышло обновление. Вот, для вас это уже будет вчера, но я снимаю сегодня, поэтому для меня это сегодня. И добавили нового персонажа под названием 8-бит. Я так подумал, а почему бы реально не создать клан под названием 8-бит? В принципе, прикольно звучит, прикольно также выглядит, да, давайте 8-бит. Очень классное название, я думаю, вот. Ну а теперь давайте с вами напишем описание. Ну, такое, я думаю, скромненькое, вот, да. А потом еще что его изменю. Вот, такое скромненькое название. И сегодня я вам скину хэштег, и вы сможете взять, и кто хочет со мной поиграть, зайти в этот клан, и будете в моем клане, будете со мной играть. Вот, и все, от нуля поставлю звезд. Также локацию, давайте поставим Россия, где мы, тут ее нет, да, скорее всего, или есть уже. А, так, Бразилия, Канада, сложно, где Россия, так. Так, вот Россия все-таки есть. Игра в России официально не вышла, а Россия все-таки есть. Хорошо, и давайте поставим какой-нибудь прикольный, блин. А если его называется 8-бит, давайте поставим вот такой вот значок классный и создаем клан. Потратил 50 монеток, I understand, и все. И, кстати, еще можем получить бонус Теслу. А вот, кто спрашивал, как получить, вы теперь знаете. И также можете зайти в этот клан. Поэтому можете, в принципе, заходить в поиск, писать 8-бит и вступать в мой клан, там буду я. Вот, и мы с вами сможем реально прикольно так поиграть. И, скорее всего, ссылку на вступление оставлю в описании, поэтому заходите в описание к ролику и забирайте ссылочку, натыкайте по ней, и сможете сразу вступить в мой клан. А вот. А теперь давайте с вами покажу базу. Зайдем на нашу базу с вами. Вот, заходим. И теперь она выглядит вот так вот. Довольно-таки жестко выглядит, я согласен. Вот, и я думаю, что, ну, реально довольно-таки топово. Только я думаю сейчас убрать... а, кстати, бонус, да, я могу поставить бонус второй? Так, второй бонус могу поставить? Ага, надо поставить только один, либо ракеты, либо Тесла, да. Давайте пробуем ракеты убрать, окей. И поставить сюда Теслу, поставим ее как-нибудь вот так вот. И посмотрим, что получится в итоге. Оно у меня уже, кстати, есть 50 звезд, на второй сундук уже идем. В Дефенс, вот, и поэтому довольно-таки неплохо. Ну а теперь давайте попробуем еще одну мою тактику. И с помощью ее пойдем в нашу с вами игру. Вот, и типа, я думаю, должно получиться довольно-таки неплохо. Так, вот мы с вами перелетели. И нам сейчас надо просто как-то снести эту базу, главное на изи. И что нам надо сделать? Я думаю, пойти отсюда. Хорошо, теперь, сейчас он проедет, мы с вами ставим двух ракетчиков. Дальше пускаем сюда их. Кстати, я это, скорее всего, зря сделал. Но окей. И давайте вот так вот. Оп, и я надеюсь, что они успеют убить. Не совсем успели, но ладно. Ну ладно. А, так, успеют мортиру? Блин, вот это, конечно, да. Я думал, мортиру они хотя бы снесут, и будет уже намного легче. Но мортиру снеси, плиз. Все, снес, и это, похоже, 3 звезды. А, мы сносим уже вторую башенку, и он бежит к третьей. И это реально очень сильно похоже на нашу с вами победу. Да, все, он снес башню, и это наша победа, забираем сундучок, и нам не выпала до сих пор горилла, прикиньте. Я очень хочу гориллу, но горилла нам с вами не падает. Ладно, окей, давайте с вами пойдем в следующую игру и попробуем накопить на еще один ящик, чтобы уже выбить эту гориллу. Она очень классный танк, поэтому надеюсь, нам нереально выпадет. Так, вот мы с вами опять-таки прилетели, и давайте с вами сейчас поставим танчик. А, дальше поставим ракетчика и будем смотреть, что получится. Также давайте попробуем зарашить сейчас. Сейчас они тут все подбегут. Мы кидаем так раз, ульту кинули. Сносим ракетчиков, сносим Теслу. Хорошо, наших, блин, мортира опять-таки сносит. Но я думаю, хотя бы одну башню мы с вами заберем. Даже две забрали уже, все. Поэтому, в принципе, отлично. Забрали с вами две башни. И получаем с вами на новый сундук, кстати, сразу. И что, правильно, опять ничего не упало. Что такое, а? Где мой новый персонаж? Я не понимаю, где он? Где мой новый персонаж? Я уже очень хочу сильно его выбить, но он мне вообще никак не падает. Так, вот у нас самолетик прилетел, вертолетик. И давайте, блин, будем примерно заходить, думаю, с этой стороны. Кстати, там стоит ракетчик прям под флагом. И его там практически незаметно. Блин, прикольно придумали. Хотя это, скорее всего, было сделано случайно, но ладно.
Так, все, его убили. Давайте кидаем сюда нашу с вами ульту, рейджик, вот. И мы бежим сносить уже мортиру, но, блин, не очень что-то получается, на самом деле, сносить мортиру. Хотя довольно-таки мало у мортиры осталось хп, и, возможно, сейчас ракетчик снесет ее, да? Снесет. Да, сносит, и это также похоже на нашу с вами победу. Уже сейчас будет третья башня, и давай, сноси все. А мы снесли и получаем с вами 3 звезды. И надо еще буквально 2 звезды, чтобы открыть еще один ящик, и будет еще топовее. Также сейчас у меня довольно-таки неплохая тактика, и в принципе благодаря этой колоде, благодаря этой тактике довольно-таки неплохо получается брать звезды. Вот, но надо также смотреть от ситуации, куда бросать, как бросать. Вот сейчас, допустим, мне кажется, что я почему-то сольюсь, но давайте попробуем. Оп, нет, не слился, успел. Я думал, ракетчик выстрелит пораньше, но нет. Все, сносим и уже бежим на трешечку. Главное снести вот эту вот мортирку, но я думаю, мы ее снесем, да? Да, сносим, и это уверенная трешка. Почти все живы. Почти, да. Вот, и получаем с вами трешечку. В принципе, одни победы, классно. Получаем еще один сундук, открываем его, и опять нет гориллы. Что такое-то, а? Это что, какая-то легендарка или что, я не понимаю. Мне не попадает вообще никак горилла. Ладно, окей, идем дальше и будем еще пытаться ее выбить. Так, тут уже будет посложнее, и нам вниз лучше не идти, лучше идти сразу сюда. Потому что снизу там у нас, снизу у нас там стоит приманка, вот, если так можно назвать. Что я сделал? Я нажал по рейджу, и он выпустился. Прикольно, слушайте, блин, мне такое нравится, сейчас из-за этого еще и солью, да? Классно, я такое люблю, блин. Мне такое нравится. Огромное спасибо, да, Рашвар, спасибо большое за то, что, блин, так выпускается классно у нас рейджик, и вот, и мы сами из этого еще и сливаем. Прикольно. Кажется, из-за такой глупости, но прям минус просто из-за этого такое вот количество побед, вот. Но 8 бит, блин, мне кажется, прикольное название, поэтому обязательно вступайте в клан вообще. Кто этот ролик посмотрит, плиз, вступайте, буду ждать всех. Вот, сможете мне также задавать любые вопросы в кланом чате, я вам буду отвечать. Вот, поэтому можете реально заходить и писать, что думаете, что хотите, вот, на все постараюсь ответить. И, кстати, сейчас, скорее всего, да, это не слив, но мы 2 не смогли забрать, пока только 1 звезда, забираем ее также. Из персонажей, с которыми мы играем, пока ничего апнуть не можем, но апнем мортиру, потому что это деф, а деф нам очень важен, причем желательно мощный деф, да? Окей, и мы с вами, кстати, почти апаем 6 уровень. Так, что мы можем еще? Давайте мины апнем. И турельку еще можем, да? И это похоже на левел ап или нет? Или еще рано? Так, давайте попробуем апнуть еще турельку. Так, давай. Еще получаем экспишку, и это левел ап, мы с вами получаем кристаллики, получаем, ага, и мы с вами сможем за 5000 апнуть уже нашу с вами ратушу, но, блин, тут будут персонажи классные, но для того, чтобы накопить 5к, мне придется реально потрудиться. Ладно, тогда давайте с вами докачаем уже вот эти вот мины, почему бы нет, раз я уже начал, все, докачиваем их, получаем еще экспишечки чуть-чуть, и идем с вами еще одну атаку, будем пытаться еще кого-нибудь поубивать. Все, прилетели, давайте будем пытаться зарашить прям сбоку, пускаем сбоку танчик, а тут пускаем обычных персонажей, и за танком пускаем наших с вами войска. Наши с вами войска, вот, и тут у нас бегут уже, ага, там бомба, ничего себе, так, быстрее к рейджу. Я думал, они быстрее добегут, но, блин, плиз, снесите хотя бы, да, все, снесли одну, и сейчас снесут двушечку, да, все, снесли 2. И да, не очень получилось на трошечку, но 2 звезды мы с вами снесли, и надо еще 1 звезда, чтобы получить еще один сундук. Очень много сундуков, будем пытаться с вами получать все сундуки, и думаю, когда мы с вами получим еще вот 1 и 2 сундук, я уже, скорее всего, закончу ролик, потому что ролик затягивать тоже не хочется. Но, в принципе, я вам показал все, что хотел, показал новый клан, который я создал, показал вам мою новую базу, как она выглядит, и, блин, довольно-таки, думаю, неплохо. Давайте с вами кидаем сюда рейджик, и, плиз, сносите побыстрее. Сносит, давайте пушку сносите, да. Сейчас мне опять мортира помешает, скорее всего, я в этом просто уверен, да? Да, мортира, спасибо, хотя, мортиру мы заморозили, я даже не ожидал. И мы с вами получаем, похоже, трешечку даже. Да, очень похоже на трешечку, надеюсь,
Да, тут ничего не было, все это уверенная трешечка, опять же. Ну как уверенная? На лоу хп просто трешечка, вот. И мы с вами получаем еще один сундучок, открываем, и опять ничего нового. Я не понимаю, почему, но мне ничего не упадает. Я хочу уже новых крутых персонажей, но мне не падает. Я уже скоро буду переходить на новую ратушу, но мне до сих пор не выпала эта чертовая горилла. Почему так работает? Вот я тоже не знаю. Давайте с вами попробуем сейчас быстренько снести эту башню. Давайте вот так сделаем. И чисто ради того, чтобы снести одну башенку, все, сносим ее. И, в принципе, ради этого я туда и их и выпустил. И мы получаем просто двушечку на изи. Жаль, что не трешечка, но двушечку мы забираем с вами, и довольно-таки тоже неплохо. И буквально одна звезда до последнего сундука. Давайте также рашим и будем сейчас пытаться забрать одну хотя бы звездочку. Все, также прилетаем, и тут горилла. Огромное спасибо, что вы меня троллите еще, да? Это реально как будто троллинг какой-то. Мне она не выпадает, и говорю про гориллу, мне попадается против меня горилла. Спасибо большое, но я зря, кстати, туда выпустил это все, но окей. Окей, давайте пробуем с вами рейджануть для того, чтобы побыстрее посносить башни, да. Стреляй. Но мы с вами забрали, ага, только одну звезду, ну как раз, в принципе, как раз. Честно, я на гориллу не хочу идти, она очень опасная. И давайте с вами открываем последний сундук, давайте открываем, и все. Мы с вами забираем наших с вами войска, наши с вами монетки. И, в принципе, на этом можно уже и заканчивать. Вот мой клан, также попытаюсь оставить ссылку на него в описании. Вы сможете в него вступить без проблем, называется 8-бит. И там я под ником слэш буду, вот. Поэтому, думаю, сможете, если что, найти. Ну что ж, на этом все, с вами был я, Владукс. Если вам понравился данный видеоролик, то, пожалуйста, нажмите на кнопочку лайка, подпишитесь на канал и оставьте свой царский комментарий. Я почитаю, я отвечу. Ну что ж, всем пока. Пока! What